Трагедия казахской степи. Под таким названием прошла выставка в областной библиотеке. Здесь представлены труды, посвященные жертвам политических репрессий и массовому голоду. Подобные мероприятия библиотека проводит ежегодно. Каждый раз фонд пополняется новыми книгами. Институт Шукана Уалиханова и Министерство культуры предоставили более 40 новых книг. Выставка будет действовать неделю. И в этом году мы оформили выставку «Трагедия казахской степи». На выставке представлено более 80 книг, журналов, периодических изданий, авторефератов, научных трудов, посвященных этой дате. Все эти книги, журналы рассказывают о последствиях, причинах того времени, о людях, которые перенесли эту судьбу, о родственниках, о массовом голоде. Во всем том, что мы не должны забывать, эта выставка – дань уважения тому периоду, тем людям.